На первый взгляд может показаться, что сегодня детский праздник, но нет. Сегодня, 2 июля, мы празднуем свадьбу замечательных Наташи и Ефима. Пойдемте пообщаемся с гостями и узнаем, как же у них настроение еще до начала банкета. Меня зовут Вадим Левин, там стоит Илья Копытов, мы начинаем. Самое быстрое интервью, как настроение у вас? Отлично. Все хорошо, ничего? Как ты? Пил что-нибудь сегодня уже? Ну давайте пока вы трезвые пообщаемся чуть-чуть. Как зовут вас? Рана, Ольга. Рана, Ольга. Андрей. Где Рана, Ольга? Где? Раны нет, есть любовь в сердце. Слушайте, ну а мама здесь? Не помню. Как тебя зовут? Лёша. Лёша? Как, вкусненько или бывало получше? Бывало получше. Бывало получше. Я так и знал. Спасибо. Скажите, просто такой вопросик всем задаю. Чего ждете больше всего от сегодняшнего вечера? Кто-то горячий, кто-то салатика, кто-то молодых. Вы чего ждете? Ну, ждем, чтобы настроение было. Солнце. Счастье. Слезы нет. Счастье. Не знаю. Даже. Ну, как минимум, как драк. Не надо, все, хорошо, я... Слез. Скуки еще. Ну, не знаю, что... Драки? Так. Не знаю даже. Повода для грусти. Серьезно, так вкусно? Да, вкусно. Но есть не очень удобно, да, как-то? Да. Ты нашел себе удобное место, чтобы не держать. Красавчик. Да. Молодец. Ты знаешь, что еще банкет будет впереди? Нет. Это не вся еда. Еще потом покушаем. Правда? Да. Так что можешь с тобой завернуть это все. Ясно. А что у вас за кружок такой? Поинтересный какой-то? Это просто семейно немножечко. Скажите, у вас какая игрушка там? А у нас мы тут... Создай слово, да? Угу. Вы уже пробовали, играли? Ну да, это как поле чудес. Да? Серьезно? Да, вращаешь барабан. С Якубовичем? Да. Супер, то есть там и усы есть накладные, и все? Все есть, все будет. Супер. Какой район? Мы заводской, мы район. Заводской? Еще не было у нас сегодня заводского. Заводской район у нас, это же. А вы тоже из Италии? Почти. Ну, просто похоже так вот, да. Возможно. Как зовут вас? Наталья. Наталья? А вы не с Ефимом сегодня пришли сюда? Нет, а вот я с Андреем. Я думал просто Наталья с Ефимом и... Подумали, нет, это, кстати, вот, да, вот моя жена Наталья. А вы кем приходите с молодоженом? Со стороны жениха, невесты? Со стороны жениха, это его двоюродный брат, я его сыновья. Да, а он, кстати, крестный моих сыновей. О, как классно. И моих тоже, представляете? У вас есть вообще, получается, какие-то, да? Вы из Минска или... Из Минска. Слушайте, пока один Минск у нас, я не понимаю. Я знаю, что из Гомеля есть большая делегация. Где? Вот что приехали, вы же слышали. Ах, вот. Вот что, вся банда. Вот это громкая вот эта вот, да, вся штука. Из Гомеля. Кто? Ну, наконец-то. У всех спрашиваю, откуда вы, все говорят, из Минска. Я уж думал, не приехали. Ох, родные мои, Гомель. Ух. Как зовут вас? Денис. Денис, вы с какого района Гомеля? Советского. Советского? Ну. А улица какая? Междугородняя. Междугородняя? Я с Косарева. Денис. Поздравляю. Да. Проспект Реческий. Поздравляю. То же самое. Вам руку жать не буду, у вас коктейльчик там. Девчат, это что такое? Водка? Ясно. Вы тоже из Италии? Нет. Бонасера. Хорошо, что не по-болгарски. Да. Вы откуда? С Гомеля. Из Гомеля. Пошло. Кто общался только из Минска, теперь наконец. Знаете, там фуршет, можно угощаться. Вы уже или... Мы уже. А, поэтому отошли подальше, чтобы лишний раз рука, да, не, я понял. Здрасте. Как зовут вас? Вероника. Соня. Соня? Соня, скажите. Эдуард, скажите, пожалуйста, вы сегодня до которого планируете с нами? Как получится. Как? Все зависит от Сони. Во сколько наступит Соня? Да. Соня. Пускай с вами, хоть водички дайте. Кому? Женьку. А мне можно? И вам, пожалуйста. А вы откуда? С Минска. Мы уже общались? С вами? Нет. Слушайте, как такое могло произойти? Как зовут вас? Наталья. Наталья. Сегодня самая популярная такое. Ой, самая. Слушайте, так улыбайтесь, что я думаю, что Буська сейчас у меня окажется на щеке. А моя фамилия? Бусько. Бусько? Да. Как я попал, слушай. Я помню, мне на работе мастер говорил, Буська. Он не говорил Бусько,
Бушком на меня. Спасибо большое за вас. Вот так прям резко поворачивайтесь, да, а тут я. Что я за добавкой? Желаю всего самого хорошего, чтобы добро, чтобы было все у них прекрасно, чтобы у них настроение. Вон, кстати, они. Супер. Нет, ошиблась. Вот, но. Все, спасибо, хорошо. Видно, что фуршет удался, все хорошо. Мой Ефимка самый хороший. Я им желаю всего самого хорошего. Но главное, чтобы любви. Согласия и любви. Вот это самое главное для их. Счастья. Так. Детей. Взаимопонимания. Крепкого здоровья. Семейного благополучия. И химзавода рядышком. Терпение в семейной нелегкой жизни. Долгой и счастливой жизни. Супруге стать мамой, воспитать супругу. Стать папой. Как? Пахать. Я хочу взаимопонимания и любви пожелать. И большого счастья. Самое главное, мне кажется, чтобы они были просто счастливы. А все остальное будет, если они будут вместе счастливы, все у них будет хорошо. Ну вот. А бокальчик какой у вас уже по счету? Уже второй. Второй, да? Я чувствую, что надо третий нести. Счастье, еще раз счастье. Супер, спасибо. И громко что-нибудь. Ура! Так, что-то не сильно громко.